Протауру уберите. Кто там? Дайте я поставлю. Благодарю. Так, СС на мутанта неоспорим, вот Вало, как ему говорил. Дай дистраб, дай трейд. Надеюсь, вы повесите СС во время трэша, чтобы он уничтожил ГП. Чек на пул. Ёлка, в идеале он козырь самогоночки выпьет на стойке. У меня еще 5 минут, мне это на синдру хватит. Надеюсь. Кис готов? Виталик. Виталик. Все, все готовы, давайте спускаемся вниз. 5 хилов хилите, присти в каждой пати кольцо юзайте. Козырь, варенька, ла, ёлка. Чё? Чё, юзайте кольцо. А, бля, ща в фишку зайду. Кольцо типа кал, кольцо. Не нашел. Сорян. Кольцо Дони. Три хила магия, милики 5 стаков. Кстати, можно было с поворот сдать. Да, лича откатился. Да. Сейчас еще вайпнешь. Сплю. Тут. Хорош. Побежали. А, делал высок. Кто там монитор там обкивал, смейте, выйти. А то плохо будет видно. Молодец. Кровку срезать и Ракшаза. О, кому умереть? Горопус. Все отлично. Дайте бафы на Лока. Фюрер, дай интеллект. Нет, переносите. Фюрер, интеллект. Фюрер, иди лича подкоряй там. Завоевывай. По центру падает аккуратно. Подбивайте склепы, только не до 50, не до 20%. Слева падает около центра. Прячьтесь только, пожалуйста. Лапу дайте, каску по локам, крест по локам, ну. Ёлка, скупаешь ли на ХП, когда будет последний скеп. Все, давай, ёлка. Ёлка. Все, красава. Мутант чуть не обрыгался. Видел. Не вижу каски по локам, алло, не оспоримый. Не, каски. Диплом, каску по локам. Прием. Один хил магия, милики 8 стаков. Я сакру дам на притяжке. Хорошо. Бегайте подальше. Беги, малышка, беги! Давай, не спорим. Два хила, три хила магии, аккуратно милики, 5 стаков. А выйти 10. 10 стаков выйти. ГЦ будет 11. 11, 12. Бой, ты чё? Мама, ама криминал. На мутанте. Меня спрямо, поймай, босса. Да, да, да. Ой, тебя в жопу бутылка ебал. Бью. Можете заткнуть, пацаны? Не бейте склеп, который прямо лестница. Чё вы делаете? Ну, типа склепом. Козырь, спрешь гимн на ХП. Ну, когда последняя будет. Справа падает. Красал, Крокус. Дарксайд, резай Крокуса. Неоспоримый, прием. Да, да, да у меня, блядь, мышка пролагала, сейчас поставлю. Могу. Ладно, не резайте фюрера, давайте так пока. Ну, добейте слеп. Мутант, после дыхания заберешь. Опасно было вам. Три хила магии, милики 5 стаков. 400 камилики не копите, там ДЦ и шмат.
притяжка будет готовиться. Дил вас даже Сакура. Либо диплом, давай диплом, диплом тебе Сакура. Есть? Да, все хорошо. Сейчас захил мутанта. Один хил магии, отлично. Миликий. Мутант, давай его поставим нормально. Да нормально, что, не дергайте его. Нормально. Все в кружок встаньте. Милики и РДД все в круг. Никто ничего не хлопает. Пулпер, выноси под лапу, милики отошли. Сейчас скажу, когда скидывать. Точнее, можно сразу дать. Подбивайте скреп сразу. Разбивайте его. Разбивайте. Все, поменялись танки. Дай только фридом на ДК. Этикет под лапу. За скреп не бить. Подбивают только ШП точечно. До 20% ХП и все. Не бейте скреп, алло, фурики конченые. Следующий скреп тоже под лапу надо будет. Все, Войд под лапу, Ханда, прыгивай назад, милики отошли. Идите все, ГЦ. Разбиваем скреп, давайте разбиваем. Подожди. Да скинется, скинется. Да, отлично. Ёлка под лапу. Милики отошли. Стойте, не бейте. Стойте, не бейте скреп, не бейте, подождите. Тучка, все, разбивайте, да. Разбивайте. Отойдите все от босса. Не бейте склеп, подождите. Пусть атаки спадут в половину. Подождите, не бейте склеп, алло, даун. Все, разбивайте роял под босса. Где роял от этого? Стаки мои. Да с притяжкой. Не бейте склеп, склеп не бейте. Все, не бейте склеп, алло. Малышка, беги! Если... Да, ладно, стой. Следующая елка под лапу. Разбили склеп, отошли милики. Тренька, дай гимн на ХП. Стойте, стой, не бейте, подождите, не бейте склеп, не бейте, не бейте склеп. Алло, прием, 228. Дарксайд под лапу, ГЦ, не скинули. Мутант, прожмись, отошли милики. Склеп не бейте. Все, теперь можно разбивать, бьем склеп. Бейте склеп. Идете в 4 хила, аккуратно, один хил всего лишь. Дилвас, дай сакуру, Дилвас, сакуру дай, козырь под лапу. Отошли милики, скидывай мутант. Все, бьете, бейте склеп, бейте, бейте, можно бить. Войд, наноси. Два хила магии, два хила хилят. Отойдите, милики. Распорим, меняйся. Склеп, не бейте. Не бейте склеп. Бейте склеп, прием. Беги, малышка, беги! Все, выносите под лапу диплом. Диплом под лапу, этого разбили. Отошли, милики. Бьем, бьем, бьем. Можно в сторону. Иди под лапу. Не-не-не, под лапу давай, Анти. Дойдите, милики. В следующую сторону. Каплина. Все, прожали бурсты и следующий скреп в сторону. Боже мой, конченый скреп. Я в сову? Не знаю пока, подожди. А ты в сову точно. А кто-то меня спринял. Память Малигоса надо кому-то? Завивать ярольки. Я пока не могу использовать эту способность. А теперь нам нужно определиться, сколько хилов мы будем лича бить. Либо в 3, либо в 4. Я предлагаю в 4. Предлагаю в 3. Они не захилят комнату, может. Я думаю, без аэродроп в комнате будут проблемы.
ДЦ, РШАМ, ХЭПАЛ. Мне кажется, две совы должно по-любому быть. Не, ну две совы, да, желательно. Варенье, когда пастер. Ты в поле креста. Самогон в саду. Тогда без кота. Так, теперь пусть... давайте еще определимся с этим. Если мы будем заводить персонажей на ачиву, нам дадут бан? Да не, че, мы же не на лут заходим. Ну, админы что знают? Да ну, блядь, дадут бан, сука, там тут месяц бана несчастного. Ачива навсегда. По факту забанят, короче, РЛА и тех, кто заводил, а остальных трогать не будут. Так, короче, Джерри, он ГЦ, тебя с лидерством. РЛА и того, кто заводил, на 10 дней забанят, всех остальных на 5. Бля, тем более, 10 дней бана, 2 недели, считайте. Да вы охуели, блядь. У меня маг на одном маке с паладином. Пошли в пизду, блядь. У меня сегодня персонаж, что делать? Ладно, заведете, дадут бан, так дадут бан. Вообще на что там? Прицел, дадут? Хочешь кого-то завести, тебе уступить? Сейчас, по-моему, наверное, надо заводить. Сажать на платформе. Да, кстати, давайте сейчас заводите и сажайте персонажей на платформу. И КД принимайте. Дайте шкаф лоти. Это говно, 16 раз заводил. Лоти, шкаф. Будялан, шкаф, Будялан, Будялан. Тыкайте шкаф. Кто хочет еще завести на чиву, ну тыкните в шкаф, алло, варенька. Все, тыкните. Давай, Дарксайд, заводи алло, сейчас. Алло, Рома, Скорин, короче, тут дарки хотят на чиву. Ой, блядь. Да не, хуйня, шутка. Так вообще. Да, вижу. Тыкайте в сумане. Да сумане, в сумане. Тыкайте, главное. Забанят, короче, раньше, чем мы его добить успеем, и все. Нет, если они примут КД, то ничего не забанят. Да, кстати. Так что КД обязательно принимать. Да там есть КД, не примешь, то ты все равно окажешься в ледяной короне, блядь. Тем более. Зачем? Ну я его... Че, говорит, губики? Ну что, пацаны мелики, готовы отхватывать ГП? Да, сюда, кстати, сразу ГП улетает. Кто такой Гарк? Я Ройл. А чё ты не в гильдии? Да, блядь, это мне только отдали персу. Блин, давайте приму. Ты смотри, он так примет, что ого-го, примет еще как. Давай с гильдии, если в гильдии не приму. Вы смотрели уже фильм «Яркость» вот этот? Нет. Ни о чем, блядь, вообще. Джерик, это же самое. Тора давай смотрели. Дарк Сайд. Да, давно. Нет, Тор бомба. Тор вообще огонь. Честно, блин, я вот с Уилл Смитом ожидал что-то большего, блядь. С них хватит статов. Алло, кого еще смотреть надо? Смотрите, сколько там вступает мест, сколько заводит персонажа, который в рейде, а потом вы смотрите, потому что сейчас заведете 15 человек, а выйдет только 10 человек. Ну, об этом все будет говориться, когда если мы убьем лича. А ты кому-то уступил слот? Я не знаю, все молчали что-то. Значит, все, никому никто не уступает. В жопу. Кого суманич? Тыкайте. Тыкните сумон. Можно тыкать уже. Это будет тяжелый лич. Да. Я отойду пока что. На минутку. Ты так что, мне хилай или шипай? Чё они там? Слышишь, у тебя вот войдхилл мой, его кикни, он не заходит никуда, я просто на профа заходил. Слышишь? Отошел уже. А то вы думаете, там слотов не хватит. В курсе, да, что если будет 6 волн валик, можно смело прыгать вниз. Сразу. Не, ну просто
Когда шест волн валик будет, то будет всего две комнаты и сразу берса. Но сейчас можно вторых разбивать полностью. Сейчас последние три КД я смотрю, осквернение кидается после вали. Ну, где-то одновременно с последней вали. Так оно должно кидаться через секунду. Как только схватит третья валя, оно кидается, ну, вместе, так это как-то гонит. Это у парагонов так видел? Ну, там, у всех так. Там у парагонов типа рога. Там рога выносит и вар на спринтах. Вторые и четвертые, это типа... Не, вторые и пятые. Это типа там, когда вторая волна хватает третья, проходит секунда, рога нажимает спринт и кидается в лужу. Я там даже по видео смотрел секунда. И вар так же сам. Проходит секунда, он типа юзает ботинки и выносит лужу. То есть там не одновременно оно должно кидаться. Ну еще я в них увидел, что в них на МТ лужи кидался. Ну это, наверное, где без бафа били, да? Да на это самом деле то, что на МТ лужи, это, блядь, ну по кайфу. Это плюс наоборот. Не, ну я просто говорю, я просто никогда не мог понять, почему на офе никогда не танчили на центре. Теперь все понятно, потому что чтоб центр не залить МТ, вот и все. Короче, други. Что делать? Вот хил, кикни. Так, ну, мне Варенька уступила чаеву ГЦ. Давайте заведем Варенька. Подожди, я там прицел, я прицел там уступал вроде как. Да это риска? А хрен его знает. Все, значит без ачивы, идите в жопу. Окей. Так, другие. Так, все локи. Представьте, кто будет идти по центру. Кикни, будет хил, восьмая группа. Я могу тоже по центру пойти. Так, ладно, давайте побольше, главное, людей, чтобы там было. Давайте все локи по центру идите. Ну, кто умеет, тот, короче, по центру идите. Я не умею, я... Поэтому я не плюсую. Боже, ну ладно, значит, не идите. Чё? Чё? Я в хиле или в ДД? Ты в хиле? Ну там танка главная хиль. У нас холи пауэр сам есть. 5 хилов. Причем 5 хилов. А, нет, подожди. Бля, шипа все-таки. Дарксайд, значит, кота. Да, давай ты Ваня шипы. Лучше кот, чем этот. У нас, смотри, у нас типа будет ап миликов. Ладно, давай, Ваня, ты в хиле, а Дарксайд в кота. И еще, может, Рися на рогу зайдет, там полена еще 4%. Не, пусть он будет шипы. Полена надо. Останы. Сейчас я все расскажу. Подождите, Ваня, офнись, или кто там, коровку, ты офнись, ты вроде слот уступил. Не, нам просто 6 станов надо. Схерали. Бля, мне кажется... Но мы же все хвалим. Ну так, блин, ты думаешь, для чего я сделал спеки ретриком со станами? Аэродром, мне кажется, будет профитнее, чем Холи Прист в комнате. Ну, Ваня играет за Холи Приста хорошо, поэтому он будет профитнее, чем Эрдру. А, они одинаково примерно. Смотри, там 40 секунд, правильно? От вызова вальки до вальки. Да, 40 секунд, но в ретрика одного только написано. Он стан. Кого? У диплома? Я уже пошел спек, он пошел спек, ну, хорош. Но меня тоже не вкачано, я могу, в принципе. Качать. Давай, иди. Портал поставить? Давай. Чего хотите вкачать-то? Станы. Главное, чтобы... Зайдем и нормально убьем. Главное, чтобы были станы. Станы и сакра. Я могу включать эти кулаки, тогда мы с этим сделаем. Короче, повезет. Так, сейчас, подождите. Коровку с ней заходи, риску сейчас сману. Риска повезет, ТВК. Блоков похватает. Подождите, риска в РК, не? Да риска, она вообще не играет, ты чё? Ну блин, на чего завели зато? Ну, чё я сделаю? Ну тогда это... принимай сумон, принимай КД, выходи из игры.
Видишь, что пишет этот Трисси? Он может носового самого, допустим, похилить. Комнату как раз да лучше бы профитнее. Чего выйти за эту комнату? У нас анти и вареньки. Что вам еще надо? Секса. Редру. Зачем Редру? Я помню, если как на прошлом анбафе Джерри он холипалом и Джерри с ДЦ вдвоем хилили комнату. Ну, нормально было? Джерри он сильно восхищался о том, какой он крутой. ЧСВ. Супер крутой, я бы сказал. Супер петух. Короче, смотрите, РДД, теперь с вами. Тут есть конченые люди, которые не умеют убегать. Ну, точнее, умеют сбегаться в звездочку. Смотрите, иди сюда, РДД, пожалуйста. Когда кинется первая ловушка, если в РДД кинется, вы убегаете вот сюда, в звездочку. Ни сюда, ни сюда, ни сюда и не дальше, конченые упыри. Так, по миликам, надеюсь, вы не будете улетать. Сколько у вас там? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да, сейчас оно. Семь миликов. Идите все семером, получите все семером ГП. Теперь по валькам. Дилвас, ты Дилвас тут, не? Нет. Давайте чек на присутствие, чтобы я просто так не говорил. Коровку, сможешь в игру зайти, если что. Короче, Дилвас, ты станешь кружочек в первую валю. Ёлка, ты кидаешь пытку в первую валю, прям моментально. В первую валю пытку, кружок. Дальше, диплом, твой ромбик. Козырь, ты в ромбик сразу кидаешь в пытку. Кто там? Неоспоримый, ты трусы. У тебя вкачан стан? А, да, у меня еще раньше даже откатывается. Значит, неоспоримый, станешь трусы, и Трисия кидаешь пытку в трусы. Неоспоримый, нюхай трусы. Сейчас я макрос выставлю, чтобы... Охотник, ловушку ставишь, естественно. Пряник. Пряник. Пряник, иди вкачай вот эту херню на замедление. Так, дальше по инерам. Анти, ты будешь садиться по инерам? Ой, по мане. Или Варенька, вы будете садиться? Ну, я думаю, нет. Саня, нет. Заходить можно там? Да, можно, конечно. Значит, по инерам коровку с самогон заливаете Варенька, Дарксайд скажу... Ой, не Варенька, а черному лимону. Коровку с самогон к черному лимону, Дарксайд скажу, кому заливать. Поставьте шкаф, Локи, еще раз. По СС-ам на второй переходке. Ракшас, кидаешь СС на Варенька, Вудиалан кидаешь СС на Мутанта, Дисрапт кидаешь СС на Неоспоримого и Кис кидаешь СС на Анти. Я трусы, да, Сан? Да, ты станешь трусы. Трисси пытку в трусы. Может на Мутанта все СС оставляют? Да я думаю, не стоит. Если танк падает, то все, это жопа. Если... Улетает хотя бы одна валя, мы умираем. Сразу предупреждаю, не нужно там кричать: ого, попробуем и тому подобное. У нас не хватит ДПС тогда. Не, одна еще хватит. У нас суммарный ДПС рейда 266. Если улетит одна валя, получается не хватает ДПС в валь. То следующие вали, соответственно, тоже улетят. Не, мало ли, на лока прокнет или еще что. Дальше, мутант, ты сможешь водить лича вместе с валями? Да может, бы может. АУЕ заливались в лич. Это хорошо, что ты можешь. Главное, есть, чтобы он не обрыгался. Релис, ты подиспелишь чему? Или Варенька? Варенька, короче, подиспелишь чему? Давайте, чек на бафа, на пул, на готовность. Пейте все настойки, рыбу поставил. Ешьте рыбу. И с первого трая убьем. Я поставил рыбу, ешьте. Давайте кресты по престам. Антикресты раздай. Сейчас, секунду. 5 крик на ХПС. Так, смотрите, у нас, короче, свободный один паладин, код есть. Шикарно. Анти, застанешь тогда, если еще кого скажу? Ага. Да, давай, скинь меня. Дурак. Массовое самоубийство.
Так, Джейлис, готова? Ты же девочка, надеюсь. Это... Псих, я тебя умоляю, только не подъебывай самогон. Не нужно два шага назад, обратно, блять, в ловушку. Ну это ему скажи, он обычно так делает. Джейлис, Варенька. Ваня, готов? Запускаете? Да, сейчас буду запускать. Выпейте настойки, ёлка, Варенька, мутант, пряник, фюрер. Все, готов. Все, запустил дича. Да может нам великая сила. Все РДД, кто не стоит в центре, идем в звезду. Танки, вам нужно будет дефиться, поэтому не тратьте просто так, без видимости. Особенно неоспоримый охотник, помогаешь с иступлением. Что с Герой? Первая, третья или по два? Я не знаю, кстати, как лучше. Я думаю, с пула. Тоже так думаю, давайте. Давайте с пула. По второй хватит, чтобы меньше улетали. Ну ладно, давайте по вторых, значит, не с пула. Только там после того, как свайт, как искренне вынесут. Ну, когда я попытаю... Че, дай диспелли, да? Че? Я диспелли? Ну, естественно. Все, готовьтесь, бой. О боже мой, помоги мне в этом боссе. Пусть выпадут тапки. Почему не слакайте? Выносите все чумы. Готовьтесь, ловушка. РДД ловушка, милики, стойте. То встали в звездочку, ни дальше, ни ближе. Чуму смотрите, 3 секунды. Куртку выноси. Диспел. РДД ловушка. Встали в звездочку. Вы давайте... Правее чуть-чуть. Вот сюда в звездочку встаньте. Миленький, миленькая ловушка. Стоим, куда? Фюрер, выноси. Фюрер. Диспел. РДД ловушка. Вставайте в звездочку. РДД. Диплом выноси. Диспел. РДД ловушка. Вставайте в звездочку. Захил, захил рейда. Ну, готовьте сейчас, чем он будет после ловушки. Либо до ловушки. Этикет ловушка. И готовьтесь, чем он. Пулпер, выноси. Пробеги, пробеги. Встаньте все РДД в звезду. Все РДД в звезду, миники, стойте пока там. Отведи трэш подальше. Миники, ловушка, все, уходим все на край. ВЦ, все, падаем. Блядь, да какой же... идиот! Диплом Миллс Пулпер. Начисляю по этому, кто улетел. Нефиг расслабляться. Сейчас будем все эти 3 часа. А если чего не хватает ДПС, там уже Шаркар третий был. Секунд. А посмотрите, пожалуйста, Пупер. Бейте лича, уважаемый Пупер. И бью лича. Не осмотрю. Какая разница? Да, ну большая разница. Ну то, что понимаешь, что не бить. Давай, настолько меньше, чем у тебя. Я начал бить на 79%. Зачем? Начал бить на 79%, потому что я присел немножко по раге. Не, ничего не говорю, просто лича бейте без сипаси побольше, блять, а не в вурдалак. Профит на рассекающем вообще-то бить. Ну, надо чередовать, потому что если чистый рассекающим бить, то по раге сядешь.
Полезно рассекающим бить, потому что ты доты вешаешь на трэш, и я буду пробовать 10. Да сейчас третий шарк еще выходил, какой рассекающий. Так. Там чума была разогнана, так что все нормально, он бы сдох сразу. Так, да. Есть у кого-то камушек желтый? О, коровку сделаешь? 20 крита. Кстати, Рога может тоже замедлять Валькир, потому что у него есть быстрые атаки, забыл как называется талант. Саня Ла может зайти на Рогу и получится, типа, будет плюс 4% дамаги. Но чтобы убить лича, минус все рассекающие, я тебе, Дима, вчера говорил, сколько надо, 265, а ты посмотри, сколько у нас. Поэтому сколько у нас? У нас 262, это с рассекающими, поэтому я предлагаю заменить, ну, начиная с 18 до 15 вверх, потому что берса уже не 20 и 15 минут, нам не хватит ДПС ни на Ване, ни на третью фазу. Ну вы, ребята, простите, но берса 15-минутная, не 20-минутная. И у нас 262. Трисия, заходи на Рогу. Трисия, ты то же самое делаешь, бьешь трусы, ты замедляешь их Рогой. Там, кстати, уже пусть пряник сатанется, вкачает руки, на АД как-то замедляют. Я попросил его уже это сделать. Дайте шкаф. Там, ребята, для тела лича нужно 265 000. Так, потом, Китикэт и Дарксайд, почему у вас так мало ДПС-то? Это учитывая, что никто не упадет, да, Джерри? Это учитывая, что никто не упадет, да. Так что мы в жопе. Просто я смотрел на видео, типа, этих парагонов, то в них там ровно 263 или чё. И они тупо убивают лича, выходят с комнаты, берса 5 секунд, и они убивают лича. То есть у них 3 комнаты, 5 волнбаль, Гера с пула и Гера на третьей фазе. Это пиздец просто, это 15 минут. Не, они под берсой добили уже. Я же говорю, 5 под берсой, остается типа 5 секунд берсы, типа берса начинается, 5 секунд, Мишка таунтит, он забирает его на край, и 5 секунд берсы еще есть, и они добивают. Ладно, суть. Конечно, в комнате еще последние обсуждают, там, кто будет таунтить, там, ушатаунта. Сейчас, если, да, да, если мы будем файпаться из-за нехватки ДПС, Китикэт, мы с тобой попрощаемся, либо тебе кто-то уступит, ну, уступит слот просто на чиву. Пулпер зайдешь на ханта, и там на Рексе зайдет на Рогу, и Трисси отпадет на кого-то еще. Пока что так бьем, пытаемся. Сейчас у нас будет плюс 4% на физурон миликан, поэтому будет все нормально. Ставьте рыбу. Сейчас поставлю. Мы можем и так убить этот, ну, типа там 262, плюс Рога сейчас даст. Ну, 265 надо. Это если никто не умрет. Ну, так у нас никто не умрет. Главное, жмите всякие баночки, там, дикой магии, на хосту жмите банки, подвалик. Не на лича, а подвалик это все надо делать. И Локи нужно будет вешать проклятие на духов. Чё там не хватает у вас? Ты сразу назначь, кому вешать. Да я не знаю, можете все вешать. Ну, блин, типа ДПС от этого потеряю. Они не стакаются. Дайте каску по локам. Ну пусть кто, будь Алан, давай ты будешь вешать. Давай. Анти, настой, выпей. Блинка, готов? Каску по локам, каску по локам. Диплом каски по локам, диплом каски по локам. Ванька, готов? Есть каска. Все, готов, да. Хорош, это ты роллы, я проиграл. Давай. Наши шансы выиграть. Зато я выиграл. РДД в звездочку, вставайте. Если я сейчас выкину больше 50, то мы убьем с этого трая. О, не убьем. Пряник, да, кинул сначала, что-то ввел тебе заблуждение. Сука, дурак, блядь. Че? Кому ВС кидает? Фрис, кидай ПС на Ракшаз. Питание сил. Кулак дайте кому? Магам кулак. И пристам кулак. Да будет так. Герои в атаку! 2 секунды, давай все.
Милики, ловушка. РДД, стойте. РДД, стойте на месте. Пёлку уноси. Быстрее. Я сам себя здесь пил. Милики, ловушка, проходим РДД. Все, встаем тут. Забери с РДД. Лики, ловушка. РДД тоже проходим. Звездочку вставать, сейчас будет чума. Будиалом. Диспел. Маленькая забери. Милики, ловушка. Конченые ловушки. Встаньте в звезду. Милики, ловушка. БМ. Быстрее. А, да нет, все, нет, все, нет, все, не БМ, выходите. Да сука, блять, первый гнев промахнулся и ревностный профиль. Пидарас. Бля, злой, нахуй ты одел шмот на посланника, тупой. Ты ебанутый? Да ты гонишь, нет. А ДХБ? Чё, пацаны, ДХБ? На посланника сразу. Я же конченый, что на анбафе на посланника. Сколько ДПС? Сколько ДПС? 208. Нет, 242. Хорош, да, ДПС какой? Ладно, если сейчас выкидываю ролл выше 60, с этого трая мы убиваем. Кто-то улетит на ловушке. Давайте, если кидаю ролл больше 80, то заходим все сразу на нормальных мощных персов. Сука. Нет. До свидания. Пока, Войд. Давай. Ой, давай заходи на нормального перса, хули ты вагонишься? Давайте, давайте сейчас выкину больше 70, я пойду афкашить. Давай. Больше 70, ты выкинул 70. Давайте, если выкину меньше 40, то самогон петух. Красава. Давайте, если я выкину, короче, если я выкину больше одного, то вводят сосед у геев члены. И. Блять, урод. Интересно. Все, заткнитесь уже со своими роллами. Неоспоримо, я еще проси капельки у паладинов. Да там, понял, промах был. Но все равно проси, если что. Вы видали, видали пряник коровку свою кастрацию делал, пока он лежал? Дилвас, почему ты каски бабуешь? Ааа, хорошо, теперь Дилвас каски, диплом кулаки. Да я не читал чат. Есть на типа пацанов, кто тут рез чмеет? Вренька покажет никому рез. До двух часов сидим по-любому. Максимум до часа посидим. Ты охерел что? Не банут что ли? Ну мы убьем его до часа. Мы до кила сидим. До часа потом. Давайте быстрее только все делайте, будем быстрее травить, быстрее будем умирать. Коровку стреснете? Да, есть, Даша мне. Короче, если выкидываю ролл выше 60, то с трех траек мы точно его убьем. О. Вообще, самогон не говорит. Да вообще нахуй, заткнись и не кидай ролл, ублюдок. Давайте, ешьте рыбу, можно фуба подавать. Да все, не ходите заебать. Сука, нахуй вы мне кидаете свои факелы жонглёров, ебаны. Ну не флуди самогона, Лёва, сейчас ГП накину. Есть хастпот? Хастпот у кого-то есть в рай? Сколько? Есть. У меня есть просто пот на подмышках, хочешь? Пристабав, ну. Давайте по местам уже, чек на пол. Сколько у тебя хасты изучали? А эти дела с диплом в фласке. Блять, сколько у них? 142. Слушайте, вареник. Вы можете заткнуться, нет? Я запустил лича. Лича. Да.
как-то базарите, ну типа люди, некоторым это смешно слушать ваше говно. Поэтому они расслабляются, думают, а насрать, вайпнемся и вайпнемся. Смотри, сколько там нет настоев. Ладно, если выкидывай ролл выше 30, то мы убиваем. Иди в жопу. Я тебе еще раз повторяю, заткнись и не кидай ролл в блюдина. Если больше 5, то мы круче впадаем. Я сижу и думаю, почему у парагонов было 2 шаркаря, так у них гера была, ёбана в рот. Ну вот. Поэтому все нормально у нас на сиде. Да геру ебануть. Да не надо. Как хотите. Ну лучше на вальках, реально лучше на вальках. Понимаешь, что так получается 2 гера, а так 1. Давай, вот на следующем трое, если сейчас не будем, то потом дадим все тихо. Я вылетел. Бля. Бля, встал в упор, а потом я вылетел. А, не вылетел. То есть ты в центре. РДД ловушка. Давайте звезду. Отойдите от подальше. Я там, наверное, в этой хуйне. Надеюсь, все не выкинет. Почему, смотрите? Yeah. Паник неси. Диспел. Это он шарка сейчас все равно убьют. Миники, ловушка. Стоим, РДД. Ну ты зашел, не? Не заходит. В милике ловушка, проходимся. Проводишь его еще дальше, за него проводи. Ну смотрите. Дилус. Диспел. Давай заходи. Да, заходи. В милике ловушка. Проходим РДД. Звездочку вставайте. О, где есть? Ебать. Ну не вставай в ловушку. Ебать. Чуть не труханул, блин. Я охуел. РДД ловушка. Милики, стойте на месте. Чему смотрите? Самогон. Спел. РДД ловушка. Проводи миликов. Уводи трэш. Даньте все звезду. Дайте зубы. Не сприму. Не надо зубы. Не нужно. Скинется ловушка, придет трэш еще увести немножко. РДД ловушка, отводи трэш, милики. Аккуратно, сейчас ловушка будет. Зубы. Самогон выноси, самогон. ДЦ зубы протопалу. Нормально. Все РДД в звезду сместитесь, все вправее встанете быстрее. РДД ловушка, уходим на край, милики аккуратно. РДД не рассасывайтесь далеко, давайте в звездочку все встаньте. Быстрее в звезду, забери маленьких. Карша, РДД ловушка, давайте на край уходим. Охуенно. Есть чума? Да, все сделал по красоте. Хорошо. Охотник, шипешки на сферах. Вот это говно задеваем ОЕ. Рейндж ловите друг от друга, чтобы не ловили лишний урон. Да, тотем пою гимн. Коровку, самогон, маны черному лимону. Проклятие вешать. СС разный. Нет, она еще СС. Потом. На второй приход. Добейте там рейдж, которые стоят там, две совы, кто еще там стоит. Добиваем цех второго друга. Успейте сало с ДК. Все, давайте в новую переключились. Сферы, ШП, ханты. Добиваем сначала старого друга. Все, обдут ли его? Можно нового, давайте нового. Все локи и ШП, ну давайте, все локи, оставайтесь и добивайте духа. Остальные в центр идем. В центр добиваем дух. Давайте в звездочку. Давайте станы, как говорил. Давайте первый убьем, второй убьем, третий обязательно бьем. Давайте все вали сливаем. Я вальки, и у меня старфор отдается.
хорошее. Осквернение, милики, это что отличие? Тикает, все хорошо. Дайте в трусы больше дамага, он почему-то в другую сторону летит. Давайте под трусы приключились. Великолепно. Давайте бьем лича. Лича в центр. Похоже немножко. Мутант, забери. Ну быстрее. Давайте все звездочку встали. Отскорение вправо выносим. Хорош. Блин, поближе, поближе встали. Звездочку. Давайте рост. Шаман рост. Эти одна валя, две вали. Две вали бьем. Ну... понятно. Кто? На ком уже было? Падаем, не знаю. На мне. Тупо как его. Стоит самогон. Не, вы просто тоже все стоите. Ну, кстати, на вторых квартирах лучше по кругу встать по-небольшому и все, а потом их сливать, если что. Нет. Они не сольют никак, нахуй. Там с самогона надо было в другую сторону бежать. Он, получается, стоял слева от рейда и бежал через весь рейд. Вправо. Он туда-сюда, видел, он шаг вправо, ну, шаг влево да. сделал. Блядь. Ему надо было влево выносить, если бы он влево вынес, было бы все нормально. Так остальные, да понимаешь, тоже стоят, они хуй когда стоят. Кидайте проклятие замедления, блядь, кто-то из локов. Проклятие замедления. Но его никто не качает. Нахуй его качать, сука, проклятие косноязычное. Ты сказал все дышит-то, блядь, заебали нахуй. Прим, резни меня. Ну, Олег пришел. Проклятие косноязычие, оно очень увеличивает каст. Это, ну, больше шансов. Вот это проклятие замедления. Вы, короче, заметили, что третий шаркар вылазит. Это пиздец хуёво, как-то дамажит. Какая разница? Варенька, можешь ускорялку кидать на человека со скорней? Да я кидаю, там же десерт просто есть. Там, когда щитки мои работают, когда нет, то я кидаю. Там не на всех. ДЦ же не дает ему кинуть свои. Косноязычие, вытащите на панель. Ну, попробуй, да, я кидаю. Да я кидаю, вульгарно. Реально работает. Как на слизнях, так и на лича. А, на лича еще кидать? Сука, ну да. Я думал, если... вы про духов говорите, я на духов смотри. Кидаю. Не-не-не, если на второй фазе лич кастует же осквернение, правильно? Да. Да. Вот, если ты кинешь ему на это говно, там будет, получается, 2 секунды, цепляешь 6 примерно. Вот. Попробуй кинуть, проверим заодно. Работает. На второй фазе. На первой фазе можешь ничего не кидать. На первой фазе домашки. Давайте увеличим профит на сестре и покидаю ее на кота, пожалуйста. А не на вар. Да ты конченый, бля. Я тебе говорю, что у нас мало времени. Ты, бля, иди нахуй. В смысле? А что ты там увеличишь? Смотрите, если мы посмотрим внимательно, то мы увидим, что у нас типа вальки хорошо заливаются. Можно дать рост на первой и на третьей фазе. Я спасибо. Я вот за этот вариант. Черный лимон. Смотрите тоже, чтобы все четко стояли, потому что одна метка сейчас в сторону летела. Урон ты королевич какой-то такой. А может договориться, типа, кто влево бежит со скринем, а рейд вправо, типа. А может мутант порелит, и я подамажу хорошо? Мутант, ты умеешь рейдить? Ладно, я шучу, конечно. Давайте фулбаф. Поставил рыбу, ешьте.